Соцсети стали вторым главным источником новостей для россиян. Многие узнают о происходящем в мире из телеграм-каналов и твиттера. Откуда еще узнают новости наши жители, узнаем в рубрике «Вопрос-ответ». Следите ли вы за новостями и откуда их узнаете? Любые новости, может, вы в интернете где-то читаете, либо в соцсетях? Ну, в Яндексе. Я посмотрю заголовки, что примерно творится. Сильно я не вникаю в это, потому что это очень много неправды. Сами понимаете. Из прессы откуда? Телевизор? Газета? Интернет, может? Не. По телевизору. А по телевизору? Может, интернетом кто-нибудь пользуется? Ну, мне некогда, если честно. Мне тоже некогда, я работаю. По новостям, по новостям, с телевизора, с интернета. Но. А это там соцсети? ВКонтакте, в Инстаграм, как бы. По телевидению. Из телевизора. Слежу за новостями, слежу. Узнаю из телевизора. Следите ли вы за новостями и откуда их узнаете? Не следим. Вообще не следим? Нет.